Всем доброе утро. У нас поезд подъезжает к Москве. Ваня, Ванёк, Ваня, доброе утро. Ванёк, мы к Москве приезжаем, доброе утро. Осторожно, не стукнись. Санёк там нормально спит. Прокопьев даже не собирается вставать. Прокопьев младший. Доброе утро. Мы подъезжаем к Москве. Мишаня, доброе утро. Мы орали, как лошади, мы спали. Доброе утро. Мы подъезжаем к Москве. Всем доброе утро. Дима, доброе утро. Нормально все? Костян, доброе утро. Костик. Этот спит, как этот. Доброе утро. Мы подъезжаем к Москве. Вот тут зарылся один. Костик. Доброе утро. Спи, спи, лежи, лежи спокойно. Нормально все? Мы подъезжаем к Москве. Доброе утро. Настю не буду снимать. Не надо. Вадимка, доброе утро. Что скажешь, соскучился по Эдварду уже, нет? Хочешь увидеться с ним? Обнимешь его крепко-крепко? Вадим! Вадим! Москва, привет! Москва, привет! Скоро будет пока! Скоро пока будет! Это наш город, не наш. Кость, нормально все? Как тебе Москва? Был в Москве? Да. Как всегда. По маме уже не скучаешь, что ли? Нет, с пацанами очень. Это наш поезд двухэтажный. А знаете сейчас, куда мы идем? Сейчас мы идем в KFC. Куриные крылышки кушать, наггетсы куриные. Они острые. Да? Понятно, кто кушает в KFC. Я один раз только выбрал. Мы так делали. Так, если холодное, аккуратно. Каждый выкладываем. Вы сами кушаете. Ты что, шаурма? Это джуниор. Типа шаурма, да? Ну, не будешь, я скажу. Похоже на какую-то печенью. Я говорю, что я вам хороший завтрак. Что, вкусно? Всем понравилось? Да. Нифига, вы все слопали? Вот. Это Виталик съел. Если что, всех мы гоняем на Виталика. Это все Виталик съел. Вот у него щечки, как у хомяка, да? Все тут положил. Матвей больше всего съел сразу. Да. Не, Матвей дохлый, ему некуда есть там. Попались задроты. Попались, да? Что там, как тебе? Нормально. Пузико нормально там? Да. Виталик, что у тебя сумка такая большая? Пирожков набрал, что ли? Нет. В дорогу. Вещей много. Вещей много? Что там, жениться собрался в Воронеже, что ли? Столько вещей взял? Да. Ну все, надо тебе тогда невесту найти. Я обязательно буду.
Полина? Марта, София. София. У него сразу две подружки. Он обычно с двумя. Нет, нет. И не та, и не другая. Команда Чертанова уже садится в поезд. Мы едем с ними в одном поезде на двухэтажном Сапсане. Задрот номер один. Задрот номер два. Задрот номер три. А почему номер три? Задрот номер четыре. Да. Задрот. Задрот номер пять. Все, пока Москва. Пока Москва, привет. Чебоксары. Воронеж, хер догонишь. Задрот номер шесть. Что-то у вас тут жарко. Задрот номер семь. Задрот номер восемь. Твои видео свое. Нормально? Да, видишь. Кто не посмотрел, всем посмотреть вчерашнее видео. Какие люди без охраны? Здоровая Твердинью. Что там? Ты за какую команду играешь? Чего? Легион, слышь, забудь это слово. Когда я тебя снимаю? Что там Чебоксарам передашь? Тренируемся лучше. И что? И будем жить без мам пап в Москве, что ли? Да, все понял. Не, ну если вас выиграем, это будет вообще круто. Нет? Да? А мы верим в чудеса. Нет? Мы верим только в свою победу. Да, а в чудеса не верите? Не верим. А мы верим. Нет, а Золушка же была по-настоящему. Она же нашла принца. Да. Чудеса существовали, мы бы выиграли Атлетику. Атлетика? Что за Атлетика? А мы выигрывали Атлетику Йошкар-Ола. Слабая команда. Скажи-ка, что мы сегодня делали? Ничего не делали. Давай, расскажи. Я не умею рассказывать. Вон это к моей маме надо. Меня она хорошо рассказывает. Вон, да, даже Костя мучает. Короче, я сейчас звоню твоей маме, чтобы она рассказала, что ты делаешь, да? Да. Она умеет рассказывать. Очень хорошо умеет. Очень. Ваня, Вадим, как дела? Хорошо. Мы уже едем 6 часов. Девочка, указал. Хватит! Твою погоду знали. 0-0-0-0-0-0-0. Смотрите внимательно. Медведь! Медведь! А, мартышка, мартышка, обезьяна! Стрелку пучу! Рыба! Щука, щука! Щука! Акула! Окунь! Бабас! Ну, в кого он показывает? Сом! Окно! Свет! Тень! Зайчик! Тень! Миша угадал. Давай, теперь ты меня. Давай, на реакцию, вратарь. Вещи, ты же вратарь. Вещи. Вот так. Вещи. Вещи. Молодец, есть. Опа, молодец. Можно я? Давай, тогда. Синий, синий, синий. Опа. Попал. Так, спокойно. Толя, расслабься. Расслабься, Толя. На чувствах рецепторах. Пальцы твои. Должен быстро, резко убрать. Но не успел. О, молодец. Вот, видать. А вы знаете, что? О, ничего себе, он больше. Дай я пучу.
зайчиком, я вообще не знаю. Сейчас не видно, пока вы зайдете, где он дома. Потому что мама, здесь была ворона, и ее звали Воронеж. Она была очень известная. Да? Просто много ворон. Вот наш манеж, здесь мы будем играть. На берегу реки. Хорошо, сейчас подойдет. А вы нам пока номера не дадите? Смотрите, мы можем как-то расписать, кто с кем будет. Да, да, да. Тёмиш, проголодался? Вадим, вкусно? Еще двое у нас. Костик, проголодался? Проголодался? Проголодался, Артур? Ешь. Сейчас посмотрим. Кто как кушает, так и играет в футбол. Тут сразу видно, стол уже пустой. Сидят чемпионы. Ну что ж, мы наконец-то доехали. У нас номер 606. Пойдем. Вот у нас туалет. Здесь душ у нас. Все, телек классный, да? Да. Здесь все время буду я находиться, потому что на улице жарко, как не знаю, какая. Но вроде должна только начался, только третий день весны. Видно Волгу. Да. Третий день. Это не Волга. Че там, как вас кормят? Нормально, Миш? Салатики, печеньки, да? Как хорошо. Бегайте, кушайте, бегайте, кушайте, да? Короче, все затихло, детей уже нету. Все собрались в 702 комнате. Идет собрание. Сейчас посмотрим, что там. Можно к вам на минутку? Здесь. Еще раз, мы ложимся спать после собрания, да? Ложимся спать. И получается завтра с утра мы встаем в 6 утра. В 6:30 у нас завтрак. И потом мы выезжаем, получается, где-то примерно в 7:30 мы выезжаем на Перу. В 7:50 мы поднежим, передвигаемся и идем, получается, уже на игру. Понятно, да? Завтра у нас завтра 8:50 и в 10:40, по-моему. Все, Костик пришел покушать тоже в Нерке. Ешь, кушай, да, она пися будет как бетон. Какой бетон? Все, давай перекус перед сном. Перекусите. Кто банан будет, кто сок. Пища как бетон. Я так не знаю, у кого. Эх, твои мешки. Он сам не может. Сок будете? Я буду. Я буду. Он сам не может открыть. Курасан сейчас. Что там Сайну делает? Еще какой прием, кто знает?
Костик, покажи-ка прием. Матвей, ну-ка тебе Костик сейчас прием покажет. Давай. Вот это бросок. I'm boy. You girl. You boy girl. Спасибо. Все, давай, отбой. Всем спокойной ночи.